شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا اليوم تحارب جميع دول الناتو، مؤكدا أن إمكانات وقدرات الجيش الروسي تزداد بشكل دائم. Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее, наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем этот процесс наращивать. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту исполняет свой долг. Благодарю танкистов, десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения. واعتبر بوتين أنه يجب على روسيا الاستفادة من الخبرات المكتسبة في سوريا لتطوير الجنود والقدرات العسكرية. Уже говорил, стать основой для серьезного совершенствования боевой учебы, в том числе использования при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней. В свою очередь, офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности. Быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая Академию Генерального штаба.